55 лет назад, 8 ноября 1961 года, в эфир вышел первый выпуск программы КВН. Это был настоящий бум. Программа имела эффект взорвавшейся бомбы. Ударная волна прошлась по всей стране. С тех пор популярность игры только возрастала. Так что день рождения КВН – праздник не только самих игроков, но и всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение к этому движению. Звукоинженеров, авторов, редакторов, ну и, конечно же, болельщиков. Устроить настоящий праздник чебоксарским зрителям решила команда КВН «Чувашин» и устроила первый сольный концерт. Команда КВН «Чуваши». Еще совсем недавно об этих ребятах говорили на каждой игре сезона. Сначала команда выстрелила в высшей лиге, потом покорила столицу. Популярность «Чуваши» росла с каждой игрой. Яркие выступления, реально смешные шутки и блестящие победы увеличили число поклонников команды в разы. Но потом «Чуваши» исчезли. Чебоксарские зрители не видели их выступлений уже год. А все потому, что теперь команда вышла на новый уровень и покоряет Центральную лигу Москвы и Подмосковья «Лампа». Ребят, ну что, чувашские зрители вас не видели практически целый год. Вы играли в другой лиге. Расскажите, пожалуйста, что нового приготовили сегодня зрителям? Новое. Есть новые миниатюры, шутки новые. Ну и, конечно же, куда без старых, добрых наших шуток. В общем, как всегда, приготовили экстравагантное, веселое выступление в стиле нас, чувашей. Самое лучшее. Только самому лучшему зрителю. Как долго готовились к концерту? Ну, новые шутки наверняка к концерту писали, или все это вот используется в подмосковной лиге? Ну, что-то в порядке около месяца, наверное, была вся подготовка. Да, два дня. Отбирали отбивки, оставили ту же самую. То есть самое сложное было придумать отбивки. Саша финальной песни 30 раз переписывала. Я написала один раз, и всем понравилось. Вы что? Ну, переписывала же на новый лист. 50 чашек кофе, пачки исписанных листов и бесчетное количество бессонных ночей готовилась команда не один день и даже не неделю. Ведь повод-то серьезный – 55 лет любимой игре. Миниатюры оттачиваются даже в день игры за пару часов до концерта. Параллельно придумываются и новые шутки. Так, стоп. Ребята, у нас, конечно, концерт важный, все переживают, понятно, но давайте просто посидим у костра. О, прикольно. Ну, Хорошо сидим. Лёва, можешь? Ты что, сегодня важное мероприятие? Я уже. До начала концерта осталось лишь полчаса. И пока участники команды КВН «Чуваши» заканчивают последние приготовления, в ДК уже начали собираться первые зрители. Соскучились ли они по команде и вообще чего ждут от сольника? Самое время спросить. Сегодня пришел посмотреть на своих друзей, на команду КВН «Чуваши». Я бы хотел быть похожим на Радика очень сильно, потому что он самый стройный. А мне вот этого бы не помешало бы немножечко. Кто больше всего нравится из «Чуваши» и почему? Наверное, Лев. Ну, они все на самом деле очень такие разные, и здорово, что как раз такие разные люди собрались в одной команде. Наверное, это и есть их такая фишечка. Замуж за кого-нибудь из них хотели бы? Нет. Кто знает, может быть. Кто больше всего нравится из чувашей? Лева. Самый импозантный участник. Почему? Ну и маленький такой еще. Узенький такой. Забыл, как его зовут. Почему нравится? Он такой харизматичный человек. Замуж хотела бы за Льва? Нет. Жду не только улыбок, как обычно мы ждем на КВН, еще жду лирику. В Москве их очень полюбили, и пусть те, кто еще не знает об этом, будут знать и гордиться нашей командой. Каждая игра клуба веселых и находчивых стоит из нескольких конкурсов. Это может быть приветствие, разминка, биатлон, музыкальный номер или видеоконкурс, по-разному скомпонованные в зависимости от игры. Но сегодня этого не будет, ведь это необычная игра сезона. Не будет и жюри, так что главные оценки выставят зрители своими аплодисментами. Ну что, мы начинаем. КВН. Ч-У-В-А-Ш-И-Я. Это родина моя, это родина моя. Да, это мой дом, и я этим горжусь. Повторяй за мной, ведь я всего 7 букв скажу. Че-у. Ну что, повеселимся? В зале жара, на улице снег. Hey! Мы начинаем с олиганцы. Эй, зал, встречай! Лев, начинай! Добрый вечер, ребята, девчата! Женщины, женщинята, всех люблю, целую. К
Кстати, Олег, расскажи, как ты к нам в Чебоксары добрался? Ну я, короче, когда сюда ехал на маршрутке, мне женщина с пустыми ведрами дорогу хотела перейти. Водила, конечно, красавчик. Ни в приметы не верит, ни следов не оставляет. Следующую ситуацию вы могли видеть почти в любом американском фильме. Здравствуйте, ну как? Спасибо, плечо встало. Ребят, как отбирали номера для сольника? Только лучшие и не лучшие. Спорили, ругались, дрались за любимые миниатюры. Просто выписывали и смотрели, что смешнее, что нет. Ого! Смешные в основном отбирали. Как мои ответы. Что-нибудь новое писали для концерта? Да. Все новое, старое. Было пару идей, которые не развернуты были, но мы их довернули до конца и поставили на ноги, то есть добавили юмор туда. Зритель, наверное, надеется на то, чтобы мы что-то новое им покажем. Вот мы старались написать что-то новое. Нет. 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 А кто придумывает шутки и миниатюры? Только я. Все, кроме там какого-то пацана. Я. Я? Ребят, кто у вас главный? Я. И Голубева, а то обидится. Да все главные, вот и ругаемся поэтому. А так Лев капитан. Главных нет, есть капитан, который решает. За ним последнее слово. Путин и я. Нет, Путин. Итак, представьте, Татьяна только что отшила парня. Нет, да, говоришь? У меня в семье проблемы. Кредит взял, чтобы другой погасить. Я в пятерочке одеваюсь. В маршрутке уснул, линзы сняли. Друзья в запой позвали, одного там оставили. Лёва, Паша, Радик и Олег. Чебоксарские зрители знают команду КВН «Чуваши» именно в таком составе. Но для Лиги Москвы и Подмосковья команда усилилась. Теперь в ее составе есть и девушка, а именно Саша Голубева. Какая у тебя роль в команде, за что ты отвечаешь? Я в первую очередь рифмую слова. Подбираю как-то, ну, финалки, началки, подбираю музыку, пою. Также к команде присоединился и Илья Семенов. С ним чуваши познакомились в Москве. И, возможно, не без его помощи победили в полуфинале Лиги Москвы и Подмосковья «Лампа». Я вот человек московский сам по себе, а они чуваши. Ну, этим все сказано. И мне ничего не доверяют, потому что они считают то, что они тут главные все. Хотя, ну, можно поспорить с этим. Ну, вообще, я считаю, то, что большой успех в Москве именно из-за меня. Вот, потому что взяли хорошего персонажа, жюри меня любит, смотрит, в основном на меня, но они вообще... Я не часто появляюсь на сцене, но когда появляюсь, сразу... Ну, все понимают, кто главный. Всем лежать, это ограбление! Баю-баюшки, баю, это ограбление... Дура, чё не поняла, ну-ка мордой в пол легла. Я на входе подожду и машину подгоню. Что ты смотришь на меня, ну-ка деньги все сюда. В кулер воду привезли, я сказал, поставлю сам. Господи, какой мужик, да чего хозяйственный. Ребята, вот сегодня концерт волнительный, все переживаем. А давайте просто спокойно посидим у костра. Давайте. Прикольно.
Ребята, идите-ка сюда. Идите, чё? Вот это чё за чувак? Я не знаю. Не знаю. Я вообще думал, что это Сашин любовник, просто не палил его, у него же муж в зале. Да не, у меня другой любовник. Спасибо, что не сдала. А если серьезно, дорогие друзья, это не просто чувак, это Илья Семенов, наш друг, сокомандник, который приехал к нам из Москвы сюда на сольный концерт. Он живет в Москве, приехал со своей девушкой. И, как мы и обещали, у нас сегодня на сольном концерте будет много сюрпризов, поэтому сейчас ждет тоже какой-то сюрприз. Илья, тебе слово. Спасибо, наконец-то я хоть что-нибудь скажу. В зале есть девушка, которую давно люблю. Все, боялся. Вот даже сольник пришлось устраивать для этого дела. Ребята не отказали. Вы, я смотрю, тоже не отказали. Даже билет купили. Волнуюсь, ребят, волнуюсь. Поддержите. А? Илюха, давай! Настал тот день, настал тот час, настала та секунда. Машенька, ты станешь моей женой? Ну и держи, да. Ура! Илюха, Маша, поздравляем вас! Приятный сюрприз сольника – выступление участников премьеры и первой лиги сезона 2016 команды КВН «Плюшки» имени Ярослава Гашека. Ребята, расскажите, пожалуйста, где познакомились с чувашами и как они вообще вас заставили приехать к ним на сольник? С чувашами мы познакомились, наверное, на Лиге Москвы и Подмосковье в прошлом году. Вот, мы вместе с ними играли. Вот, и, ну, да как бы вообще общались, дружили. Вот. Не заставляли, никто... да. Попросили мы сразу. То есть, и вот... Лев написал Илье. Да, и мы сказали сразу, конечно, да, приедем. Да, и вот, приехали. И вот мы здесь. Что сегодня приготовили для чувашских зрителей? Юмор, шутки. В КВН. Не будем пару картинок. Все карты раскрывать не будем. Андрей! Че ты орешь-то? А, я думал, ты выйти забыл. Итак, а в парке всегда много влюбленных парочек. Спорим, эта женщина сегодня будет моей? Можно мне просто пройти? И больше я с тобой не разговариваю. Ой, да хорошо. Добрый вечер. Есть вообще-то занято. Конечно, занято, я же здесь сижу. Эй, мужик, алло. Алло. Алло, не молчите. Алло. Я вас не слышу. Алло, говорите. Алло, не молчите. Алло. Извините, связь прервалась. Можешь пересесть, пожалуйста, он меня очень напрягает. Чуваши. Ребят, ну как прошел сольник? Ой. Круто! Очень переживали, но нас зал поддерживал. Всем спасибо. Мы думали, что не так будет сильно смеяться. Да. Мы очень рады за наших гостей, которые друзья наши приехали. Очень за Илью. Илюха у нас. Сделал предложение руки и сердца. До сих пор отойти не можем. Ну как тут, да? В Москве нельзя этого сделать. Как зал-то как? Очень да, хороший, теплый, как море. Всегда, добрый. Да. Концерт команды КВН «Чуваши» завершился. И судя по продолжительным аплодисментам, зрители остались в восторге. А если вам понравилось, значит, у планеты КВН появились новые жители. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия».